Всем привет. Это четвертая часть сборки 152-мм гаубицы М100С. Ну что ж, давайте приступим. Я уже за кадром собрал вот это поддульное, не знаю, что это такое, или наддульное. Вот, кстати, тоже объясните, что это такое интересное. Вот. Здесь поставил H3, вертушки какие-то, я не знаю, скажем. Это неизвестная форма названия. Вот сейчас нам нужно будет склеить, так как я уже это все зачистил. Вот такой вот вариант нужно будет надеть. Так как у нас будет первый вариант. Мы уже с вами это определили. Вот. Давайте так склеим сразу же. Дальше еще раз примеряем, как будет устанавливаться крепеж. И вот эта вот штука. Прикрепляем одну. Так, секунду. Здесь нам помешались немножко вот эти вот H3. Так что нам придется сделать немножко оторвать вот так вот. И вот наш конечный вариант. Положим. Так, дальнейшее я буду сейчас снимать с литника вот эти вот запчасти, вот эту всю позицию, и будем уже снимать на видео дальше дальнейшую сборку. Это пока мы можем отложить, так как она будет только в 27-м. Так что давай сейчас отделю все и вернемся опять к сборке. Продолжаем сборку. Мы вырезали детали уже для данной сборки, чтобы, ну, я уже зачистил их, чтобы уже не на видео ничего не зачищать. Вот. Чтобы уже просто с вами уже все приклеить и эту подчасть закончить. Дальше мы приделаем H14, это у нас ручка для дверцы. Вроде все верно. Вот здесь я уже приделал
стеклышки. Детальку это уже вырезали. Вот. Теперь нам нужно будет состыковывать их. Как бы на одном-то есть пазы, на втором нету. Ну, будем тогда методом научного тыка. И вот здесь сейчас еще приклеим. И будем тогда устанавливать уже на вот сюда вот. Сейчас мы установим так вот. На мой взгляд, стыковность очень хорошая. Ну вот. Вот так вот у нас получилось все это. Задняя часть крышки. И это будет ставиться вот сюда. Вот. Ну, об этом немножко уже чуть позднее. Мы уже поговорим с вами. Так что давайте на этом закончим видео. Ну, под часть маленькую. Завтра будем снимать уже другую. Будем завтра собирать стенки и само оружие. Всего доброго, до свидания. Продолжаем немножко сборку. В выходные я удосужилась немножко посидеть над моделькой. И вот я такую вот вещь уже собрал. Вот. Задние стенки. И боковые. Также я вот уже показывал, наверное, то, что я собирал верхнюю часть корпуса. Собрал, точнее. Вот. Ну и на сухую попробовал так просто приложить, посмотреть, как получится то, что это. Соли хорошо стыкуется. Стыкуется все идеально, без всяких нареканий. Сегодня же будем с вами собирать привод пушки. И передние стенки. Так что вот так вот начнем потихонечку. Так, берем деталь D7 и F3. Прикладываем, у нас все получается, все хорошо. Здесь есть пазик такой специальный. И приклеиваем. Оставляем сохнуть. Также проделаем D6 и F2. Тут недавно в эти выходные у меня как раз таки штатив сломался. Сейчас поставил его на времянку. На клей. Стоит, пока сохнет. Если что, на худой конец нужно будет, буду, наверное, штатив приобретать. Так, дальше. Приклеиваем мы. Делаем позицию 28А. У нас такой вот.
Лючок. Который будет открываться, закрываться. Проклеим его осторожненько, чтобы он у нас был. И проклеен, и сделан красиво. Так, вот у нас получается, что лючок как закрывается, так открывается. Так, пока ставим его сохнуть в таком положении, в открытом, дабы, если что, на ходу конец его можно было прикрыть. Так, дальше мы будем собирать D21, вот этот у нас, и D22. Давайте проклеим сразу же. Забавно, я сидел, снимал видео, у меня видео, получается, не снималось. Память закончилась. Так, вот мы сделали уже вот такую вот ушку. Она у нас подвижная. Устанавливать ее нужно вот в эту часть, так, если я правильно понял. Краешки вот сюда вот. Для начала давайте мы приклеим экран вот этот, лобовую броню. И потом уже будем приклеивать корпусу, чтобы можно было состыковать. И устанавливаем лом башни. На место. Стоимость очень хорошая, ну, по крайней мере, мне нравится. Здесь
чисто как моделист, который не, ну, не сильно опытный моделька. Ну, у меня за спиной не десятки моделек. Вот. Но все равно. Стыковость отличная. Дальнейшее тут нужно приклеить на верхнюю часть корпуса два лючка, пока сохнет у нас сам корпус. Мы сейчас это сделаем, и на этом видео закончу. Третья часть у нас закончится. Так. Даже можно первый нас лючок. Смотрел я тоже, да, обзор по поводу вот вроде бы, если не изменить, не помню, Трумпетра делает мсту еще. Да, там она более детализированная. Но почему-то мне захотелось именно вот мсту от Ямадали. От звезды. Так, давайте мы сейчас еще вот этот подгоним. Ну, в принципе, я бы сказал, что такой мостик очень отличный. Сейчас приклею тогда, значит, и уже буду, наверное, на этом видео. Это уже покажу в следующем видео, как все получилось все в сборе. А так, на этом видео мы давайте закончим. Вот. Часть К-29 это уже будет на следующий раз. То, что уже эта пушка уже в сборе. Я также, наверное, за кадром сделаю вот эти 29-30. И остальное уже будем постепенно либо за кадром, либо в кадре уже делать буду. Так, спасибо за просмотр тогда. Всего доброго. Ставьте комментарии, пишите комментарии, ставьте лайки или же дизлайки. Спонсор этого выпуска следующего, точнее, и этого выпуска тоже я, моделист. Спасибо компании за предоставленную модельку. Вот. Так что, до скорых встреч.